белка вернулась, которая опытная домушница, рюкзачница. Это голубь тут ходит. Голубь ходит. Очень, очень удобно, говорит, все сделано у вас. Просто, просто класс, говорит. А голуби тут полно ходят. Под кормушкой. Под рюкзаком. Тут бельчата сидят голодные, голуби не дают им подойти к кормушкам. Вот голуби под кормушками ходят. Мы, говорит, ходим тут, ждем, когда нам орешки. Вот еще злодей подошел, поползень злодей, на руку сел. Я думаю, что так тяжело стало. Сидит и ем. А второй сидит обиженный. Я, говорит, меня, говорит, обидели. Где ты? Вот он, я, говорит. Поползень смотрит на меня. Злодей, да. Ну-ка, поползень, ты сядешь на карман? Ну-ка, давай. Нет, говорит, не сяду я на карман. А нет, говорит, сяду. Злодей какой, а? Белка в кормушку залезла одна. Целиком. Я, говорит, целиком залезла туда. А это, говорит, хороший, говорит, рюкзак очень интересный, говорит. В нем орешки постоянно почему-то. Не, я к тому, что она не пошла к кормушкам, белка эта. А зачем, говорит? У меня целый рюкзак, говорит, орехов, зачем мне к кормушкам идти? А белка залезла в кормушку полностью. Очень, очень, говорит, удобно. Да? Да, говорит, удобно. Это я сейчас корм клал в кормушке. Надо убрать, наверное. Ты давай, ешь давай. Вот что ты смотришь на меня? А не буду, говорит, я есть. Злодейка какая. Я не хотел сюда подходить, чтобы не спугнуть ее. Белка дикая. Ну-ка. Дикая белка. Молодец какая. Бельчонок маленький. В разборках. Участвует в разборках. С белками взрослыми. Молодец какой. Голубь тут не нужен, да. Бельчонок убежал наверх. Я, говорит, вон там сижу, говорит.
сижу. Надо уходить отсюда. Дай. А там, кстати, вторая лезь. Нельзя по мне лазить, слышь, белка. Сладкий. Бельчонок спустился, ягод спустился, говорит. Давай я положу тебя сюда вот. Сидим, едим. Бельчонок, иди сюда. Не, пока тут две белки, он не спустится. Страшно. Ну все, наверное. Голубь, конечно, тут. Бельчонок сидит, боится там наверху. А это ест. А что, говорит? Синица. Ну да. Еще одна белка идет. Бельчонок. Злодей. Дать бы ему орешек, что ли? Бельчонку. Где он? А нет, он наверх убежал. Сидит на веточке. А сюда еще одна белка бежит. Надо уходить отсюда. Нет, не возьму, говорит. Ну все. Сейчас синиц покормлю немножко. Все, что ли? Кончились синицы, да. Ну и чего? Все. Страшно. Стало. Ну все.